аэроразведка, нам то и разведка, то что нам не нужны особо какие-то указания о том, то, что там где-то враг, либо еще, то есть мы сами взлетаем, мы ищем, где может быть враг. При выявлении его мы уже корректируем артиллерию нашу. Ну вот напрямую сейчас артиллерист, который стреляет, а мы его глазами работаем. Застройка близкая, если так предположить, ну условно, наши на этой позиции, ну вот здесь, а ворог, ну, на той стороне дороги. И для арти це дуже близько, щоб не було похибок, щоб ми самі по своїм не упадемо. Треба і коригувати, бути обережним, і вогонь підтягується зі сторони противника до наших хлопців, щоб їх не вразити. А ви давно займаєтеся аеророзвідкою? Месяц, но за этот месяц я довольно-таки много чему научился. Так, до этого у меня специальностей разных много было. Я уже практически во всех побывал. Осталось побывать сапером, медиком и все. И можно сказать, пункт работы в Хартии полностью выполнен. Как работа есть. Вот, она никогда не стоит, потому что глаза всегда нужны. Йдуть за правильним, тому що десь 15 хвилин тому така ж група йшла за своїм правильним, потім на носилках і виносила ту точку, звідки вони пішли знову. Мабуть, ще є там правильні. Спланируйте с художником цели какие-нибудь и подкорректируйте их огонь, когда они будут работать с дашкой. Двухэтажный дом, на который я навелся. Здесь и для снайпера хорошо работает. Ну как? Ты далеко. Да не, нормально. В принципе, дистанция хорошая, только вот ветки. Это единственное. Ну а так, отработал и быстренько. Свали. Ну давай. Можем, мы сейчас... Пойдем туда, коробочек один и... Хорошо. Дашка дивиться на сектор, де була активність супротивника. Якщо він бачить якийсь рух в тому секторі, він доповідає, ми відкриваємо вогонь. Плюс прийняв. Карнапін, подивиться, зрозуміє, куди летіти, і коли тому арта побачить, як вони працювали, підкоректує себе. А чим важна робота розвідки? Видіти, з якої сторони на тебе йдуть в атаку, видіти кількість, видіти техніку, ловити всіх. В общем, дуже важно. Знать, с какой стороны на тебя нападают. Это спасает очень много жизней.